Многие знают об отголосках войны, сохранившихся на этой земле. Особое место среди них занимают форты. Но не все знают, какую систему оборонительных сооружений образуют собой два кольца фортов. Одно из них, внутреннее, опоясывало центральную часть города. Второе, внешнее, укрепляло подступы к Кёнигсбергу. История фортов Кёнигсберга начинается в 17 веке. Каждый из них строили 5-6 лет. Строительство фортов было закончено к 1892 году. Еще в период Первой мировой войны оборона была усилена сооружением между фортами промежуточных укреплений. Ни для кого не секрет, что Кёнигсберг являлся одним из самых укрепленных городов фашистской Германии. В конце Великой Отечественной войны это был последний серьезный рубеж для наступающих советских войск. Окружность оборонительного пояса фортов достигала ко времени заключительных боев 53 километра. В ходе бомбардировок и штурма Кёнигсберга подавляющее большинство военных построек было уничтожено. Но даже по сохранившимся фортам можно понять, какую военную мощь они собой представляли, и проследить развитие инженерной мысли того времени. Многие сооружений, показанных в этом фильме, являются историческими памятниками федерального значения. Данный фильм – это не только взгляд на систему фортификационных сооружений в целом, но и детальное изучение отдельно взятых крепостей. Что же представляют из себя эти титаны? Какие тайны они хранят? Попробуем найти ответы вместе. Кёнигсберг. Орденский замок, основанный в 1255 году. Располагался на горе, господствующей над местностью, в устье реки Приголь, при впадении ее в залив Балтийского моря Фришгаф. Замок занял место сожженного и разграбленного прусского городища Твангсте и явил собой город, ставший началом истории под названием «Восточная Пруссия». Почти 800 лет здесь правили германцы. За это время ли города часто менялся. Новые здания сменяли старые, приходили и уходили архитектурные стили, но главное оставалось прежним. Кёнигсберг не утратил своей первозданной функции. Напротив, со временем превратился из замка в крепость, пусть и не такую неприступную, так как здесь нет естественных ландшафтов с отвесными скалами и бурными реками, но весьма крепкую и продуманную. Крепость развивалась в соответствии с происходящим с течением времени, развитием фортификации и артиллерии. Строительство фортов, опоясывающих город и сегодня, началось в 1872 году. Форт, от латинского fortis – сильный, крепкий. Форт – это сомкнутое укрепление закрытого, долговременного или открытого полевого характера. Основной элемент пояса внешних укреплений крепости. В 17-18 веках, в отличие от крепости, фортом первоначально назывались отдельные укрепления, содержащие только воинский гарнизон и защищавшие отдельные дефиле, мосты, дороги и прочее. Форты стали создавать в 18 веке, вначале как отдельные укрепления впереди крепостной ограды, затем в 18-м, в начале 20 веков, как составную часть фортовой крепости или полевой укрепленной позиции. Проекты фортов Кёнигсберга разрабатывались с 1871 года под руководством генерал-инспектора крепостей Арнольда Карла Георга Камеке. Немецкие фортификаторы конца XIX века, учитывая предыдущий опыт развития строительства различных укрепрайонов, делали ставку на совершенно самостоятельное сооружение с развитой и самодостаточной инфраструктурой, где мог располагаться пехотный гарнизон и артиллерия. Учитывался и выбор позиции, господствующей над местностью.
кольцо фортов проходило на расстоянии до 5 километров удаления от центральной крепостной стены города и состояло из 12 больших и 3 малых фортов. Поперечник фортового кольца составлял около 13 километров, а протяженность – более 40. Расстояние между фортами – 2-4 километра, что обеспечивало зрительную и огневую связь фортов. Если местность не позволяла выдержать данные расстояния, устраивали значительно меньшие по размерам малые форты. Всем фортам были даны названия в честь прославленных полководцев и королей. Так, первый форт носил имя Штайн. 1А – Гребен. 2 – Бронзарт. 2А – Барнеков. 3 – Король Фридрих III. 4 – Гнайзенау. 5 – Король Фридрих Вильгельм III. 5А – Лендорф. 6 – Королева Луиза. 7 – Герцог фон Хольштайн. 8 – Король Фридрих I. 9 – Дона. 10 – Канитц. 11 – Дёнхоф. 12 – Ойленбург. Форт, как принято считать, представляет из себя земляное сооружение в виде кольцевого вала. Профиль напольных и боковых фасов имел один артиллерийский вал. Во рву этих фасов в качестве эскарповой преграды использовалась отдельная кирпичная стенка, которая лучше прикрывала от перекидного огня, чем прежняя, примкнутая к земляному эскарпу, стена. Кроме того, преимущество отдельной стенки заключалось в большей трудности преодоления ее атакующими. На примкнутую стену надо было только влезать, а здесь сначала влезть, а потом спуститься, и все это под фланговым огнем. Вокруг рва на горизонте шел очень узкий прикрытый путь, служащий только сторожевой позицией, так называемый дозорный путь. Местом сбора для вылазок служили промежутки между фортами и пространство за ними, по сторонам форта. Участки промежуточных гласисов были приспособлены для смежных батарей части тяжелых орудий, снимаемых с форта. Гласис – насыпь высотой около 2-2,5 метров, с очень плотной поверхностью, приспособленная с внутренней стороны для стрелков. Эскарповая преграда – в виде отдельной кирпичной стенки была в некоторых фортах заменена железной решеткой, во многих же осталась в прежнем своем виде. Кроме того, с 1888 года стали использовать новую преграду в виде окружающего форт передового рва треугольного профиля, заполняемого проволочной сетью. Напольные, обращенные к противнику, и боковые, фланкирующие фасы форта получили полигональное начертание, а горжа – бастионное. Горжа – это тыльная часть укрепления. Оборона рвов напольных фасов велась из капонира, боковых – из полукапониров, тыльной стороны – с переломов вала. Горжевой капонир выполняет также роль въезда в форт. Здесь проходит мост через горжевой вал. Очень интересен принцип работы подъемного моста. Грузы-противовесы опускались в специальные пазы в боковых участках въезда в центральную патерну. И силой своего веса поднимали мост. Тоннель, соединяющий все этажи и коммуникации, носит название «Центральная патерна». Справа и слева от нее располагались кухня, столовая, лазарет и караульные помещения. Учитывая тот факт, что форт являлся сосредоточием большого количества боеприпасов и крепостным складом взрывчатых веществ,
по всей его территории в шахматном порядке с интервалами и дистанциями в 15-20 метров были установлены вертикально в грунт оцинкованные трубы диаметром 10 сантиметров, соединенные медными тросами под слоем грунта, а поверху – проводами. Вся эта система создавала замкнутый контур и предохраняла от молний и блуждающих токов. Пройдя несколько метров по влажной брусчатке, мы находим с вами винтовой спуск на нижний этаж. Здесь находились складские помещения и казармы. Помещения фортов были кирпичными, со сводами толщиной не менее 1 метра и слоем земли над помещением около 3 метров. В 1885 году комиссия гособороны под руководством генерала фон Бранденштейна, учитывая развитие артиллерии и боезарядов орудий, пришла к выводу, что форты надо считать опорными пунктами ближнего боя, имеющими лишь пехоту и легкие орудия. Тяжелые орудия должны были располагаться вне фортов. Каземат представляет собой постройку, возведенную из кирпича, металла или других прочных материалов, дающую защиту как от настильного, так и от навесного артиллерийского огня. Стены казематов в ряде случаев усиливали. На расстоянии до метра от стены ставили новую стену, а пространство между ними засыпали песком. Получалась кирпично-песчаная стена до 3 метров толщиной в разрезе. Фундаменты казематов, ранее имевших прерывчатую конструкцию, сделали сплошными, ленточного типа. Это обеспечивало устойчивость казематов от разрушения при попадании в земляные толщи 280-миллиметровых фугасных снарядов. Двери фортовых помещений утяжелили, придав форму сейфовых. На окна навесили тяжелые металлические ставни. Развитая система амбразур Капанира надежно скрывала защитников бастиона. Бетонную казарму укрывали под горжевым бруствером форта. Бруствер приспособлен исключительно для оружейной обороны впереди лежащей местности. Причем ему давалось наименьшее командование, обусловленное надлежащим обстрелом местности и возможностью соответственного расположения казематированных помещений в зависимости от уровня грунтовых вод. Идеальным, абсолютным командованием бруствера считалось нулевое, то есть когда бруствер сливается с местностью, что, однако, не всегда достижимо. Преграду штурму представлял прежде всего наружный ров глубиной в 6 метров и шириной по дну в 10 метров, получавший в напольном и боковых фасах фланковую оборону из контрскарповых фланкирующих построек. Здесь располагались хозяйственные помещения. Склады, кухни, столовые, туалеты. Все очень рационально. Для жизнеобеспечения этих помещений были предусмотрены системы отопления с дымовыми обогревательными каналами внутри стен, водоснабжения из местного колодца, естественной вентиляции, выгребной канализации, а позднее и энергообеспечения. В узких помещениях первого этажа располагались штурмфалы – деревянные брусья, которыми изнутри по кирпичным направляющим закладывали паттерны, ворота, переходы и арочные проемы лабиринтов. Штурмфалы можно было разобрать только со стороны обороняющихся. По лестнице мы поднимаемся на второй этаж. Обратите внимание, на сводах нет ни единой трещины. Каждый камень настолько плотно прилегает друг к другу, что время над ними просто невластно. Все казематы имеют сводчатые очертания и выполнены из многократно обожженного керамического кирпича. При перестройке казематированных помещений решили не переходить сразу к сплошным бетонным сооружениям, а сначала ограничиться усилением старых кирпичных казематов при помощи песчаных прослоек и бетонных тюфяков.
Но и эти работы решено было предпринять с соблюдением строжайшей экономии. Только сравнительно небольшая часть казематов старых фортов была усилена бетоном. Учитывая, что часть боеприпасов и артиллерии была переведена на промежутки. В общем, в фортах бетонировались пороховые погреба, казарма и центральная паттерна. Функциональность складских помещений казематов, их удобное расположение и возможность защитников укрываться в потайных ходах внутристенных перекрытий указывает на готовность защитников форта обороняться длительное время. Здесь также имеется несколько выходов наверх, на Волганги, места расположения легкой артиллерии форта. На земляной насыпи находились, прикрытые брустверами, огневые позиции артиллерии. Это Волганги. Они располагались по бокам казематированных траверс. Казематированные траверсы служили укрытием для орудий, стоящих на напольных и боковых фасах, и складами с боеприпасами. В целях маскировки все казематированные траверсы и внутренние насыпи форта были срезаны в уровень с высотой вала. Также траверсы имели скрытые в насыпи помещения для укрытия солдат, сталевыми подъемниками и лифтами для подъема боеприпасов, расходные склады и наблюдательные сооружения с неподвижными и вращающимися амбразурами. Для скатывания орудий с боевого вала во дворик были предусмотрены пологие аппарели. В период с 1885 по 1890 год на фортах применялись броневые закрытия, но главным образом в форме броневых наблюдательных постов или броневых кареток инженер-майора Шумана. Каждая каретка предназначалась для одной 37 или 57-миллиметровой скорострельной пушки. Купол держался на трех лапах, прикрепленных к полу каретки таким образом, что ось могла вращаться на 360 градусов с помощью ручного привода. Пушка требовала для своего обращения всего два номера – стрелка, сидевшего на скамье, и подносчика снарядов, порядочный запас которых имелся в самой каретке. Здесь мы видим боксы для машин и орудий, а также складские помещения с маленькими смотровыми окошками. Здесь находится внутренний перекресток внутриваловой дороги к фортовым коммуникациям. Он делит форт на две полностью симметричные части. Два внутренних дворика служили транспортными развязками и укрытиями для фортовых орудий. Здесь заканчивается центральная паттерна и начинается внутренняя, ведущая в кофр контрэскарпа. Кофр – это оборонительный каземат для пулеметов, имеющий назначением продольный обстрел рва форту. Вход в кофр также осуществлялся из рва. Амбразуры кофра позволяли обстреливать перекрестным огнем передние фасы сухого рва. Преграда эта усиливалась бетонным контрскарпом, увенчанным решеткой в виде козырька из металлической сетки, которые не позволяли противнику спускать к амбразурам взрывные заряды или бросать отвесно гранаты. Контрскарп включал в себя галерею, связывавшую фланкирующие постройки. В качестве вспомогательной преграды использовался передовой ров треугольной формы, на дне которого располагались железная решетка и проволочная сеть на металлических кольях, распространявшаяся по поверхности внутреннего гласиса на ширину до 20 метров. На самой верхней точке в центре форта располагалась смотровая башня, закрытое сооружение для наблюдения. Снаружи дот представляет собой залитый бетоном колпак с узкими амбразурами.
попасть в который можно было только с тыльной стороны и по лестнице со второго этажа. Смотровая башня выполняла функцию главного наблюдательного пункта и позволяла координировать защиту укреплений с напольной стороны. В конце коридора находится шахта для поднятия боеприпасов на площадке, связующие с волгангами. Мы идем прямо вглубь комплекса. Так, минуя десятки метров, мы спускаемся в подземелье форта. Пусть и не такое глубокое, но сейчас, здесь, я представляю себе всю грандиозность коммуникации. Несмотря на то, что мы находимся глубоко под землей, воздух здесь достаточно свежий и чистый. Двумаршевая лестница ведет нас в кофр контрскарпа. Здесь также находилась казарма-убежище, которая располагалась вблизи напольного фаса и была связана паттернами с горжевой казармой, с контрскарповой галереей напольного фаса и казематированными траверсами на боковых фасах форта. Своды и тыльная стена казарм имели солидную толщину в 2,5 метра. В некоторых фортах передовая казарма заменялась отдельными убежищами, располагавшимися внутри форта, но обязательно вблизи пехотной позиции напольного фаса. Пути из казематов уходят далеко за пределы форта, но, к сожалению, они засыпаны. Стена контрскарпа удерживается от опрокидывания за счет кирпичных сводов, заделанных в грунт. Контрскарп бетонировали простой укладкой бетонного тюфяка на кирпичный свод. Такой способ вызывался экономией места и денег, а также отсутствием опасности отколов от внутренней поверхности свода, ввиду того, что под ним не находятся люди. Сверху бетонный тюфяк был увенчан железной решеткой высотой в 1,8 метра. Через эти амбразуры велся прицельный огонь в спину наступающего противника. Со стороны дворика, через подземный ход, можно попасть в боковые полукапониры. Они простреливали боковые стороны рва. Стены составляли 2-3 метра и состояли из кирпича. Полукапониры в плечевых углах форта были оставлены и усилены лишь соответствующей бетонировкой. В общем, форт представляет собой неприступный многоступенчатый оборонительный эшелон, волей судьбы простоявший более 100 лет, так и не реализовав своей основной функции. В основном он использовался как складское помещение. И только в начале 1945 года, когда советские войска вплотную подошли к Кёнигсбергу, фортификационным сооружением представился шанс выполнить свое прямое назначение. В период весенней непогоды форты приняли свой первый и единственный бой. Перед началом штурма пресса обеих сторон, захлебываясь от упоения, расхваливала неприступные бастионы. Так Геббельс писал, что форты – это ночная рубашка Кёнигсберга, за которой горожане могут спать спокойно, не опасаясь азиатско-европейских полчищ современных гуннов, что большевики обломают себе зубы о гранит крепости, что форты – это верх современной военно-инженерной науки. Не отставали от немцев и наши пропагандисты. Войска рвутся к этой твердыне прусачества. До города еще 30-40 километров, но уже слышен грозный рев кёнигсбергских фортов, посылающих тяжелые снаряды в
тщетной попытки остановить неудержимый натиск наших бойцов, полных решимости добить врага в его берлоге. Тяжелые орудия, бившие на 20-25 километров, у немцев имелись, но не на фортах. Там оставались лишь легкие пехотные пушки, да кое-где еще и минометы. Форты не имели даже противотанковых пушек. А вот описание кёнигсбергских фортов одним из советских историков-сказочников. Форты Кёнигсберга представляли собой последнее слово военно-инженерной науки. Упрятанные глубоко в землю, многоэтажные сооружения из высокопрочного многометровой толщины бетона могли с легкостью противостоять любым снарядам и самым тяжелым авиабомбам. Тяжелые орудия держали под перекрестным обстрелом всю прилегающую местность на 30-40 километров в окружности. Ближние подступы были надежно прикрыты многослойными проволочными заграждениями, минными полями, бесчисленными волчьими ямами. Каждый метр совершенно открытой местности был пристрелен не менее чем из 3-4 крупнокалиберных пулеметов. До зубов вооруженный гарнизон каждого форта – это 500 эсэсовцев, уроженцев Восточной Пруссии, с полным запасом продуктов, оружия и боеприпасов на год осады. Собственный подземный госпиталь, электростанция, система водоснабжения. Все форты связаны между собой подземными переходами, в которых проложена узкоколейная железная дорога, позволяющие быстро перебрасывать из форта в форт подмогу. А если удается прорваться к стенам форта, то многометровый бетон выдержит снаряды любых калибров. Без преувеличения можно сказать, что форт неприступен. Наиболее показательным с точки зрения обороны была операция по взятию форта номер 5. Он находился на направлении главного удара 43-й армии и оказал ожесточенное сопротивление. Блокирован он был к 12 часам, в первый же день штурма 6 апреля. Наступающие советские части предусмотрели все. Уничтожение фортовой артиллерии, приштурмовой огневой налет, выделение многократно превосходящих противника сил и средств и так далее. Однако взять форт сходу штурмовым отрядом армии, усиленным танками и самоходными орудиями, не удалось. Решающую роль сыграли бойцы инженерных войск, которые накладными зарядами взрывчатых веществ произвели 3 направленных взрыва. Для того, чтобы обеспечить спуск к водному рву подручных переправочных средств и форсировать его в створе с напольным капониром. Саперы переправили на плотиках еще сотни килограммов взрывчатки и подорвали стену капонира. В пролом устремилась атакующая группа. Артиллеристы на тракторных прицепах переправили в тыл форта 280-миллиметровую мортиру и огнем прямой наводкой разрушили тыльный дот форта, окончательно деморализовав защитников. Правда, первый снаряд пролетел мимо и разрушил горжевые склады с боеприпасами. В одном из казематов было обнаружено 48 трупов солдат и офицеров, погибших от ударной волны снаряда мортиры. После 16-часового боя форт капитулировал. В результате обстрела фортов снарядами из орудий особой мощности, боевых действий и уничтожения в них послевоенных взрывоопасных веществ были повреждены несущие и ограждающие конструкции и инженерные сети. Форты, срок эксплуатации которых практически не ограничен, постепенно приходят в упадок без надлежащей охраны и реставрации их владельцами. Некоторые форты остаются пустующими. Расколотые во время обстрелов, они постепенно уходят в небытие от природных факторов. История фортов – это история нашего города. –